Всем снова здрасте и привет, с вами снова Атси, и это Феерический Солитер. Ого-го, ну что, Эдвинчо? Как обычно, давайте попробуем пройти еще один челлендж наш, этот собрать 1000 баксов. Ох, почувствуем себя настоящими бизнесменами, феерическими бизнесменами. Ух, десятки еще есть? Нет, десяток нету. Есть девятка, восьмерка. Нет, есть. Нет. Валет, дама. Нет, все-таки надо девятки. Через девятки идти. И восьмерки. Семерок я что-то не вижу. Это дурной знак. Я ввел себя в ловушку. Эх, как это на меня похоже. Ладно, восьмерку стравим. И все. Это нам ничего не дало. Ничего. Большое и, кстати, и жирное. Фраза, кстати, из Декстера. Если кто не знает. Так, ну ладно. Если это видео все еще смотрят люди, то я буду крайне удивлен. На самом-то деле. Ух, ладно. Троечку. А еще троечка выпала. Да как так можно издеваться над людьми? Ну ладно, ладно, ладно. Давайте еще монетку заработаем. Нам нужно заработать 1000 баксов. 1000 баксов, вы представляете? 1000 баксов заработать. Это ж сколько надо пахать ради 1000 баксов. Это почти средняя зарплата, между прочим. Так, ну ладно. Кью. На Кью можно повесить Джей. 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 Как бы сюда, кстати, был какой-нибудь типа... Ах. Ладно, что нам остается? Туз. Открываем четверку. Тройка, четверка и ничего. Зато можно с шестерками подразвлечься. Шесть, пять, шесть, пять. Тактика. Это называется тактика. Как тик-так, но тактика. Шестерка. Шестерка сменилась на шестерку. Ничего не изменилось, кстати. В пасьянсах такое бывает. Это просто бич пасьянсов. Бич не в смысле бич, а... Ну, я имею в виду пляж на английском языке. А в смысле, кто бьет, побивает. Так, ну что, даму... Даму короля... Даму, короля. Ну и туза. Шестикратная комбо. Это очень даже неплохо. На самом-то деле. Уфу-ху-ху-ху. Да сколько можно? Ой, жестокие вы, ребята. Жестокие. И все. Четыре карты остались не там, где нужно. И я заработал всего 660 баксов. За каких-то 3 минуты. Вот так-то. Учитесь у Атси. Эх. 5. Блин, а если бы за видео мне столько платили? Но нет, у меня видео бесплатные. Так, ладно. Я не могу ничего сделать тут, поэтому остается двойка. Либо тройка, либо туз. Да. Ведь не прогадал. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, десятка, десятка, десятка на десятку и, конечно же, девятку. Обязательно открываем эти карты. Либо... Да, десятка была бы нам выгоднее тут. Но нет, она ничего полезного не открыла, к сожалению. Вот так вот. Пятерка на пятерку... Блин. Мне казалось, черная четверка есть, но нет. Мои ощущения обманули меня. Мой разум сыграл со мной злую шутку. Нет, нет. Это вот так мне пригодилось потом, но... Мои пытливые ручки... Сказали иначе.
так, ну ладно, ничего страшного в этом на самом деле нету. Я просто поэкспериментировал. Потом это, наверное, можно будет купить за 1000 баксов или даже больше. Конечно же, игровых. Пасьянсы, они хоть и упорты, но не настолько. Да ё-моё, у меня столько тузов. И двоек нет. Даже королей. Это совсем какой-то голяк у нас пошел. Шестерка, что делать? Ох ты ж, блин. Ох ты ж, блин. Можно вот эту открыть. Хоть какая-то движуха будет. Но нет. Движуки даже не намечается. Подожди, подождите. Вот. На короля, конечно же, туза. И... ой, как много карт. Это совсем фейл. И я что-то маловато заработал. Эх. Что нам нужно? Нам остается только на короля жить. И все. Это нам ничего не дает. Вот это жесть. Это самая настоящая жесткущая жесть. Жестяная жесть. Если бы была жестяная колбаса, я бы сказал жестяная колбаса. Но жестяной колбасы нету, поэтому это жесткучая жесть. Ай, четверку или двойку? Конечно же, четверку. Она была двойку. Вот так вот. Рискуйте после этого. Риск приводит в никуда. Пятерка, четверка. Здорово. На короля ничего. Ничегошеньки. Тройка, двойка. Конечно же. Хоть что-то пошло у нас. Хоть какая-то движуха, у нас просто карты кончаются. Тройка. А? На тройку ничего не могу повесить пока что, к сожалению. Но будем знать теперь, как этими картами пользоваться. Так. Десятка либо дама. Десятка, так хоть четверка откроется. О, пятерка. Пятерку можем использовать, чтобы повесить на нее... хотя бы четверку. Я знаю, это очень дешевое использование этой карты, но... ах, так хоть какой-то шанс будет у нас. 7, 8, 9, 10, хоть чуть-чуть. Хоть что-то меня обрадовало в этом матче. А, еще 5 карт. Ну, хотя бы с этим, с обжептиком, с левел обжептивом справились. Так, конечно же, дама, валет, десятка, валет и все. Немножко продешевился. Конечно же, у нас приоритет вот на эту штучку, потому что этот цветочек нам откроет вот эту колоду. Что нам очень бы пригодилось на самом-то деле. Так, 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 так. Более того, без этого нам бы не закончить. Нам было бы не закончить идеально этот уровень. А у нас что-то давно не было идеальных уровней. Мне кажется, это очень даже нехорошо. Что, десятка? Девятка. Восьмерка. И все. Ай, на девятку восьмерку, конечно же, на... да. Ай, длинных комбо у нас что-то не получается в этот раз. Хотя, что я говорю у нас? У меня! Я ж играю в это, не вы. Хотя, надеюсь, вы тоже играете. Играете, проходите и сейчас вот, наверное, держитесь за голову. Атя, как ты можешь в это крабить? Так, ну, сейчас бы что-нибудь, на что можно было бы повесить девятку и десятку. Например... восьмерка. Очень даже кстати. Восьмерка, семерка, и тройка и дама остается. У нас вообще ни одного перфекта на этот уровень. Это вообще издевательство какое-то.
Так. Что у нас есть? Ни короля, ни двойки. Печально. Троек тоже нет. Зато есть валет. Десятка. И все. Вот и вся наша экспансия. Валет еще открылся. Это здорово, конечно же, на самом деле. Но хотелось бы что-то более здоровенного. Вообще, такие сложные пастьянцы пошли. Это кошмар, капец просто. Так, ну... конечно же, короля. На короля у нас дама идет. На даму идет валет. Десятка валет. Да, давайте десятка валет. Либо дама, либо десятка. Что нам дает больше перспектив? Десятка. Даму всегда можно будет собрать. На четверку можно повесить пятерку, шестерку, семерку. И все. Ну вот. Все не зря. Так, пятерку. Нет. Тройку. Двойку. Двойку. Какой кошмар. Ох, жесть-то какая. Напирает игра, напирает. На самом-то деле. Пятерка, четверка. Тройку вот эту. Двойку. И тройку. Комбо. А комбо это круто. Так, дама. На даму, конечно же, короля. На короля опять даму. Какой бутерброд получается. Тык-тык-тык-тык-тык. Король на короля ничего. Тоже ничего. Тоже ничего. Тоже ничего. На тройку тоже, конечно же, ничего. Девятка, восьмерка и... последняя карта. Ох, так как неприятно получилось. Ну что, семерка. Да, нам остается либо семерка, либо девятка. После девятки я не вижу десяток, после семерки я не вижу шестерка. Ну, дамы открылись. Может быть, получится как-то... как-то прокрутить это все дело. Семерки, 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 семерки. Ничего такого. Это будет получше. Ой, у нас одни морды. Так. Король и дама. Дама, наверное, будет вот такая дама у нас. Валет. Либо десятка, либо дама. Что у нас перспективнее? Девяток я не вижу. Дама? Нет. Ничего нам не дало. А жаль, а жаль. Ну что поделать? Пасьянс это такая жестокая штука. На самом-то деле. Так, семерка, семерка, семерка. Семерку, конечно же, заберем. Куда нам без семерки? То есть семерка, ну ладно, неважно. Еще одна семерка, еще одна семерка. Да вы издеваетесь. Так, девятка. Либо восьмерка, либо десятка. Десятка, валет. Дама. Король. Туз, двойка. Неплохое такое комбо вышло. И, к сожалению, тут оно прервалось. Вот так вот. Так, ничего сюда повесить нельзя, к сожалению. Ай, четверка нужна нам, либо шестерка, вот как раз шестерка. То, что нам нужно. Ай, дама, дама, дама. Давайте от короля пока избавимся. Не. Валет. Десятка. Иногда риск бывает оправдан, но это был не тот случай. К счастью, нам дали исправиться. К
король, туз, король. Неплохо так. 4, 5. Две карты осталось. Ну, конечно, не идеал, но хоть что-то. Хоть не на полном отстое. Так, ну что, король, 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 конечно же, король. И все. Восьмерка есть, девятка есть, десятка есть, это здорово все. Нам нужно открывать вот эту колоду. Вот что я вам скажу. Так, восьмерка на восьмерку, конечно же. Десятка, десятка, десятка. Ну давайте от туза избавимся, от двойки. Как раз такая пьяная, еще двойка. Ну, что-то вы не то, ребята, мне кидаете, подсовываете. 6, 7, 6, 5 или 7? 5, если на всякий случай есть еще четверка. Вот так. Четверка и все. А, я не это хотел нажать, я хотел вот это нажать. Ох, блин, так профейлился. Это просто за гранью. Даже для меня. 8, да. Ну, 5. Хорошая карта, может пригодиться. Я думаю. Так, J, Q, K. Туз, двойка, тройка. Неплохо так получилось. Но у нас до сих пор еще эта ледяная колода закрыта. Надо что-то делать с этим валетом. А ничего мы с ним не сделаем. Это вообще отстойный раунд получился. Что? Пятерка? Ну а что нам еще остается? Пятерка так пятерка. Восьмерка, девятка, восьмерка и все. А вот и все. Так, что нам еще остается? Десятка, четверка, тройка, конечно же, тройка, только тройка. Больше ничего. На короля у нас дама, король. Дама, валет, десятка. Либо это, либо это. Девятка. Девятка. Да. А если попробовать... 5, 6... Не, это особо ничего нам не даст. Просто продолжит комбо. Так, так, так. Так, и все. Неплохо тоже, кстати. Так, так. Да. Это уже затруднительная ситуация идет, но все же мы побеждаем. Кое-как, но побеждаем. Возможно, даже этим пойдем. Как его там? По... Это, perfect. Flawless victory. Но, к сожалению, голос Шокана не могу подделать уже. У меня уже настолько горло устало. Ох, я давно не записывал тут так много. Семерка, шестерка. О, ты перфект. Да, я же говорил, мы можем сделать перфект. Первый перфект за этот уровень. Вот так вот. Уже 41 штука. А на что нам тратить? Да не на что. Нафига что-то тратить? Шестерка, конечно же, семерка, восьмерка, девятка. Да, уж девяток нету. Ух, жаль. И семерок тоже нету. Ну, да. О, девятка. У нас-то целая коллекция растет. Я пока что не буду от них избавляться, вдруг нам пригодится. Q, J, Q, J, 10, J, 10. 9, 8,
9 и все. Девятикратная комбо? Да пойдет. Куда денется? Седьмое. Ну что ж. Нормально. Нормально. Ничего не поделаешь. Так, двойка. Король либо двойка. Давайте кого-нибудь короля попробуем обнажить. Ничего нам этого хорошего, конечно же, не дало. Ну ладно, ничего страшного. К этому и вело все. К этому все и вело. Это ж пасьянс. Это смысл пасьянса. А смысл пасьянса такой, затроллить играющего. Ну что такое? Смотрите, у меня карты кончаются. Просто берут и кончаются карты. Это наглым способом. Это я даже не нахожусь, что ответить. Представляете? Это был последний уровень. Но, по крайней мере, я смог освободить эту фею. Я не понимаю, нафига мне нужно освобождать этих фей? Thank you. Ну, ладно, уговорили. Ой, не-не-не, только не сюжет, только не сюжет. Комбо из 5 карт, это жесть, поэтому я выключаю игру нафиг, и выключу все, всем пока, с вами был Ати, и увидимся когда-нибудь, может быть, когда-нибудь еще, что, я не знаю, вдруг, я не буду исключать такой вероятности, всем пока, с вами был Ати, ждите новых видео.